Всем привет, ребят! Буквально неделю назад я делал видос, где я дал сам себе челлендж. Челлендж заключался в том, что я должен был выиграть мясорубку с этим... с Матэба авторевольвером. И вам этот видос реально очень сильно зашел. То есть там очень много лайков, много просмотров. И поэтому решил, так сказать, повторить этот челлендж. На этот раз, как бы, тоже будет три попытки. На этот раз я буду играть с этим скальтом на 7 патронов. По идее, с ним должно быть... играть легче гораздо, но кто знает, что будет. Видимо, вам очень нравится, когда я страдаю, когда мне больно, вот. Ну, конечно, кольт... Не, кольт поприятнее, на самом деле, чем Матеба. То есть, с кольта можно и бедра пострелять, там, перезарядочка быстро может так выкатиться. Авика пробовать убить, но он очень сильный. Вот, ребят, опять же, будет три попытки. Если я проигрываю, то есть, если я с трех попыток не выполняю, не занимаю первое место на мясорубке, то в описании вас будет ждать пин-код на 7 дней на SV98, на 500 активаций целых. Ага, ребятки. Вот, а если же я прохожу челлендж, то по ссылочке в описании тоже будет пин-код, ну, такой, чисто лайтовый, пин-код на пистолет Максим, вот, на день, тоже 500 активаций, ну, в общем, в любом случае, в описании что-то да будет, ребятки, смотрите ролик до конца, описание раньше времени, так сказать, не чекайте. Также, ребятки, не забывайте, что по ссылочке в описании вы можете зарегать новый аккаунт и получить себе на аккаунт полное снаряжение серии Синдикат, также пушки из этой же серии чисто на халяву, то есть, ну, реально, пользуйтесь, пока эта акция еще открыта. Так, все, надо делать собор потихоньку, да? Боже, я обосрался по стрельбе, но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу, блин, очень обидно, на самом деле, реально. Вот сейчас было близко прям, даже мог мозглом сделать. Не, видите, то есть, в чем плюс? То есть, ты можешь зажимать с этого дерьма. То есть, ты просто зажимаешь, и медиков можно спокойно перепиливать, если ты просто будешь зажимать. Ну, блин, два авика меня контрят, ну, это, конечно, сильно, ребят, молодцы. Ой, хорошо было. 1000 очков, у меня разрыв между мной и первым местом. Нас чуть в голову не довел, было бы красиво взрывать, или, возможно, я бы даже на второе место вышел бы. А можно, типа, ну не по мне стрелять? Ну, боже, ну какой же ты сильный, господи. 900 очков отрыв, надо сейчас в подкате, хорошо. Хорошо. Выйди. Ну, чувак, я просто не вышел за... В общем, вы поняли, короче. Так, раз, два, хорошо. Последний килл, и я буду... Ну, я чуть не нафрикал, ну просто миллиметр. Ну и трошка, конечно, мне бывает первое место. Так, ребят, если я выполню этот челлендж с первого раза, ребятки, это будет жестко. Давайте, если с первого раза, короче, ребят, выполняю челлендж, то я по ссылке в описании оставляю и СВ-шку пин-код на 7 дней, и этот, и Максим пистолетик. Давайте так сделаем. Ну, мне кажется, первый раз, конечно, не выполню. Ну, честно, ребят, вот, клянусь просто всем чувиз, чисто вот реально первая катка. Чисто первая катка, ребят. Блин, 300 очков. Не, ну, если я выиграю, то будет круто, конечно. Ай-яй, 1 хп. А, перезарядочка. Блин, ребят, 600 очков подрыв. Блин, надо реально выиграть, это вообще будет жесткий контент. Ой-ой-ой, хорошо, ребят. Ребят, блин, у нас поровну очков, мне надо просто выйти на первое место, и все, и на этом челлендж закончится, лол. Так, разрыв все время 100 очков, ребят, мне надо просто сделать один килл, и я буду на первом месте, но... Ну чуть-чуть, блин, 75 очков, о, господи, ну я хочу выиграть с первого раза, давай. Да, ребят, я проиграю эту мясорубку, разрыв целых 700 очков, и это реально, на самом деле, очень сильно, очень обидно. Это очень обидно, ребят, но видос будет подольше. Блин, ну слушай, на втором месте сыграл 45 на 35, 600 очков разрыв. Тупо на последних секундах меня обогнали. Го вторую попыточку, что сказать? Так, ребят, вторая попыточка, сейчас чисто первый халявный килл в голову. Ага, хороший килл в голову, и начало реально неплохое, ребят. Так, ребятки, давайте попробуем по лайкосам жестко ударить, а то хочется какой-нибудь рекорд по лайкам побить, потому что все-таки это не так просто. Не, 0.7 в принципе неплохо, реально. То есть вторая попытка, она явно задается прям хорошо. Ну, 1000 очков разрыв, на самом деле, это пока что это не так много, реально. Ну, блин, такие два хеда красивые, ну нереально, разрыв что-то 2000 очков в целых. Хорошо. Вот это было прям красиво, ребят, на первое место уходим, вот это хорошо. Да блин, я чуть-чуть не перепилил, ну как Курский на первом месте-то, ё-моё. Ну, боже.
Да, блин, не, разрыв какой-то вообще сумасшедший, 3000 очков, там что-то вообще все, все. Эта катка какая-то очень плохая. Ну я, блин, если бы я, наверное, 1.8 бы не начал играть, было бы гораздо все лучше. Было бы гораздо все лучше. Ну, типа 3000 очков разрыв, это просто позор. Эх, ребят, занимаю второе место. Кстати, чувака, который в тот раз выиграл у меня мясорубку, я его обогнал. Но появился какой-то очень, видимо, скилловый игрок, который играет с хангроупом. Ты молодец, братан, раздевайся в игре, ты умничка, умничка. Очень, очень хорошо играешь, дружище, реально. Вот, ребят, поэтому вторая попытка тоже, к сожалению, зафишена. Ну, наверное, если бы я 1.8 начал бы играть сначала, было бы все получше. Кстати, хедов столько же, сколько в прошлый раз. Ничего, го, последнюю, третью попыточку, ребят. Так, ребят, сейчас фулл собор. Хорошо, начало уже неплохое. Уже хедшот есть, я реально сейчас полностью собран, типа, ага. Очень хорошо собран. Не, на самом деле, ребят, я реально, я вот, ну, хочу выиграть. Я не хочу отдавать ребятам СВшку, потому что это реально очень хороший ган. Господи, я обосрался. А, он еще хуже пострелял, чем я. А, ну, нормальный ваншот, кстати. Ну, чуть-чуть не дофликал. Прям видели миллиметраж, ребят. Просто 200 очков разрыв, 200 очков. Блин, ну почти 400 очков разрыв. Блин, надо просто, вот, чтобы немножко повезло. Сейчас уже взрыватель даже получился. Давайте, надо просто горшочка и все. Ну, боже, ну как я не попал в голову. Сейчас был бы взрыватель, я на первое место вышел. Ну вот вдаль тяжело, конечно, этого дерьма стрелять, прицела нету. Ну чуть-чуть не дофликал, сейчас бы дофликал, было бы вообще прекрасно. Опять какой-то нереальный медик на первом месте, два медика, я не могу просто. Ну медик это конченый класс, ну реально, вообще не нужно мне сыграть, это просто ничего не надо делать. Господи, обосрался чуть. Да, хорошо. Так, мы выходим на второе место. Это прям вообще прекрасно, ребят. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ну с пистолета, молодец, Рюгера добил меня, красавчик. Ну, господи, можно меня не убивать вот так вот? Ну, это что за бред? Не могу, не могу, не могу. Ну все, чуть не дофликал. Господи, как я проигрываю 200 очков-то, а? Опять он пришел с медики. Ненавижу медиков. Хорошо, хорошо. Так, 200 очков, 150, господи, а? Господи, боже, сейчас смог в голову попасть, а плюс 250 было бы. Никого не вижу, теряю очки. О, господи, я потерял очень много очков сейчас. Ну как? Ну как, а, не взрыватель? Ну, Чапа, молодец. Ну что я могу сделать медику? Ну ничего, ну это нереально просто. Конченый класс. Почему по мне вы стреляете вдвоем? Не, ну это просто тильт. Ну, типа, просто. Ну, вот, ребята, вот смотрите. Медик это конченый класс, за который абсолютно, ну, вот не нужно уметь играть. То есть просто, просто, вот, вот. Баба скин, а Максим спешл. И, по-моему, второго типа я не помню, что. Ну, то есть, все, как бы. Вот, вот, вот он весь баланс Warface. Вот, остальные классы. Вот, у меня 80 очков, остальных 6800, уже четвертое место. Типа, у меня 33 хеда, челики просто в тело. Ой, ребят, ну, проигрываю, что? В описании пин-кодик на СВ-шечку вас ожидает. Вот, на 5 дней, на 500 активаций. Или на 7 дней, на 7 дней. Если вам ролик понравился, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Монтон, всем пока.